В подмосковном Красноармейске в результате обрушения несущей стены жилого четырехэтажного дома никто не пострадал. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Московской области. Все произошло минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже. По предварительным данным, причина ЧП – ветхость конструкции. Спасатели оперативно эвакуировали всех жильцов, а это 112 человек. Подробности у Оксаны Костенко. Жильцы начали выбегать еще до объявления эвакуации. Люди боялись находиться даже в уцелевших помещениях. И затряслась вся стена, буквально вот весь дом затрясся, бабах. Дом на улице Морозова в Красноармейске действительно уже давно трещит по швам. Построенный в 50-х, он никогда не знал капитального ремонта. Чудо вообще, что этот дом стоит. С 2000 года мы пытаемся как-то бодаться с администрацией, с местной. Вот. И то есть нам отписки постоянно. За счет города периодически обновляли фасад и латали уж совсем явные дыры. Одна из таких заплаток на первом этаже, по предварительной версии спасателей, могла не выдержать перепада температур. Произошло частичное обрушение облицовки несущей стены жилого дома. Пострадавших нет, все люди эвакуированы. Эвакуировать пришлось сотню людей. Кто-то уехал ночевать к знакомым и родственникам, кого-то разместили в Доме культуры через дорогу. Спустя несколько часов жильцам разрешили вернуться в дом, но только в уцелевшую часть здания. Но люди делать этого не спешили, поскольку гарантии, что обрушение не повторится снова, никто не давал. По словам местных властей, дом включен в программу по сносу, рассчитанную до 2020 года. К тому времени, опасаются жильцы, он может разрушиться сам собой. Оксана Костенко, Андрей Назаренко.